Ну что, наступила масленица, это значит, что время печь блины. Мои самые любимые – это блины на молоке. Они получаются очень нежными и очень вкусными. Главное – хорошенько взбивать тесто после добавления каждого ингредиента. И взять теплое молоко, тогда мука с легкостью растворится в нем без комочков. Блинчики я жарю всегда на специальной блинной сковородке без добавления масла. Ну, потому что от души ливануло его сразу в тесто. А готовые блины я всегда смазываю растопленным сливочным маслом, потому что масла много не бывает. Всего мне получилось 17 штучек, ну на один зубок нам сути хватит.